Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой замечательный наборчик, состоящий из шапочки, вязаной резиночкой 1 на 1, затем переходящий плавно в путанку. Шапочка у меня на стандартный размер головы, то есть вяжется она довольно-таки быстро. И в размер ее в высоту где-то 20 сантиметров, то есть классическая шапочка. Такого типа можно связать и шапочку удлиненную, то есть такая, чтобы у вас была немножечко вот так вот на затылочке свисала. Вот. Я вам расскажу, как ее можно увеличить. Можно макушечку не менять цвет, то есть вот так, каким вязали, таким и продолжать. То есть не обязательно делать ее двухцветную, можете однотонную. И затем я связала к шапочке вот такой замечательный снуд. Вязала снуд английской резиночкой. Он у меня не слишком широкий, 20 сантиметров в ширину и где-то метр в длину. Затем я его аккуратненько шила, и получился у меня на шее он одевается восьмерочкой. Вот. Я вам покажу, как связать вот такой замечательный наборчик. Есть отдельно видео на шапочку и есть отдельно видео на снудик. Я вам ссылочки оставлю, смотрите в описании под этим видео. Кому понравилось, лайкайте и присоединяйтесь, свяжите вместе со мной. Всем хорошего настроения, пока-пока!